Гомельская мініфутбольная команда БЧ завтра протягнет свой шлях у Кубку Беларуси. Соперником стане Шчучин. Гульня отбудется у спорткомплексе «Локомотив». Початок у 18:00. А напередодні подначаленные Дмитрия Камеки провели товарищеский матч супрать лидера украинского першинства «Хіта». Супрацьстояние отрималося вельми видовищным и богатым на выниковые деяния. Коли первый тайм голами особливо не порадовал, то у другим команды литерально прорвало. Отбилась отсутность некоторых гульцов основы у чыгуначников плюс высокий класс соперника. 6-3 перемога украинского коллектива. Однако неудалым поединок для гомельской команды назвать нельга. Его товарищеский статус дозволил опробовать молодь и после святов набрать оптимальные кондиции напередодні официальных гульняв.